Ход номер 4. Первый игрок Винсент Лин, но мы забыли одну вещь. Мы должны были передвинуть монстров, если таковые были, а я вообще не проверял. Есть ли у нас монстры? Да, у нас есть темный юнец, но он неподвижен. Мне не нравится перевод «темная молодь». Я категорически не согласен. Темный юнец и все. Юнец звучит круче. Темная молодь. Надо же было такое придумать, фантазер. Итак, что же у нас происходит? Первый игрок у нас Винсент. Опять ничего для него не меняем в фазе передышки. А хотя нет, мы же не хотели тратить улики Винсента. Ёлы-палы. У него же есть карта миссии. Мы же миссию хотели выполнить. Так, значит, Джо Даймонд у нас вернется в Архам. Ничего страшного. Один или два союзника больше погоды не сделают. Так, во-первых, бросаем для карты задатка Джо Даймонда. Нам выпала двойка, мы ее не теряем. То есть мы сначала должны были получить $2. Так что меняем $3 и пятерку на десятку. Для экономии места на листе сыщика. Далее первым у нас ходит Винсент Ли. Он идет далее собирать улики. Раз, два, три, четыре. А у него сколько пунктов? А, нет, у него только три. Значит, он идет раз, два, три. В научное здание. Далее. Джо Даймонд. Раз, два. Минус $1. Три, четыре, пять, шесть. И оказывается на улицах университета Мискатоника. Да, бонусов скорости у него нету. И забираем доллар. Да, вот Джо Даймонду проездной не помешал бы, он уже $2 потерял. Жалко. Стойте! Ёлки-палки, наш доктор пошел в леса, мы не вытягиваем для него карту контакта. Ай-яй-яй. Так, вытягиваем две карты контакта. Одну из лесов, другую из университета Мискатоника. Ой, то есть из научного здания. Подряд. Неправильно, но давайте возмещать. Так, смотрим. Мы находились в лесах. Старый Сэдди Шелдон, главарь банды Шелдона здесь. Ты думаешь, что ты имеешь что-то, чтобы присоединиться к моей банде, если вы сбрасываете 5 жетонов трофеев монстров или 1 жетон врат? Она позволяет вам вступить в банду. Возьмите карту членства в банде Шелдона. Если вы не сбрасываете трофеи, она заставляет мальчиков выбросить вас. Выйдите на улицу, потеряете одну единственную дорогу. Ну, давайте подумаем. Оказался он на улице, ну, он бы пошел, может быть, в неназываемое или на неизведанный остров. Ну, да ладно, он пошел в научное здание. Если бы он оказался на улице, в следующем ходу в передышке, используя свою способность, он бы по-любому восстановил одну единицу здоровья. Так что теперь вытягиваем карту. Карту. Так, давайте все-таки. Куда же тебя поставить-то? Что ну, давай сюда. Будем помнить, что на улице университета Мискатоника. Так, научное здание. Обломки какого-то необычного предмета лежат здесь. С помощью концентрации и удачи вы, может быть, сможете собрать его. Останьтесь здесь на следующий ход, чтобы пройти проверку удачи с модификатором минус один. Останьтесь. Вот это без выбора, значит, мы останемся в этом же месте. Так, истощаем нашего сыщика, чтобы пройти проверку удачи минус один. Если вы проходите, вытяните одну уникальную вещь. Так, удача минус один. Удача у нас равна одному. Один минус один это ноль. Мы не проходим и не вытягиваем уникальную вещь. И так как мы не проходим,
У нас нету никакой идеи, как собрать это устройство, и ничего не происходит. Так, и переходим к нашей любимой фазе мифа. Портал в лесах. И если нам выпадет плюс или полумесяц, монстр выйдет на улицу. Или взлетит в небо, если это будет призрак. Или злобный призрак, как это перевели на русский язык. Злобный. Там должно было быть написано angry, rough, plotolen. Так, а нам в первую очередь надо попасть... Куда нам надо попасть? Нам надо попасть в бездну. Плато Лен даже и нету. Да, придется ждать. Придется ждать. Так. Леса. Это еще один жетон на трек безысходности древнего. Вот жетончик. Далее монстрик. Монстрик. И это у нас Чочо. Полумесяц выходит на улицу. И давайте посмотрим, что же дальше происходит. Так, это у нас карта среды из короля в желтом. Улика появляется на площади независимости. Ну, не появляется, или ее засасывает портал. Так. Проверки для закрытия или запечатывания врат в Архаме происходит с пенёй минус 2. Ну, будем надеяться, что вскоре появится другая карта среды, которая заменит эту. Ёлки-палки, боже ты мой, сколько раз не играю короля в желтом, постоянно вытягиваю эту карту. Там 36 карт, ну не 36, 27, по-моему. 27 карт мифа, из этих 27 некоторые я вытягиваю чаще всего. Владельцы бизнеса и домовладельцы обеспокоены тем, что в городе обнаружены странные граффити. Вандалы... Кажется, что вандалы имеют страсть к желтому цвету. Они думают, что какие-то нердоколодцы пришли в некоторых случаях, и они не могут понять, что с ними делать. Но может быть это что-то более зловещее. Ну, так себе перевод. Посмотрю, как это в русской локализации будет. Если не забуду, конечно. Так, давайте-ка поставим сюда. Будет. И, конечно же, карта слух. Бросаем кость на единицы двойки. Один союзник покидает город. Шестерка, никто не покидает. Так, и на этом какой ход? Четвертый заканчивается.